Так, а это свеча. Наполнение после отжига. Масла я уже перечисляла. Потом еще перечислю. Тут будет еще очень много абсолютов. Вот первая для отжига скрутка. С синеголовиком, бордовником, кертогоном, как угодно назвать можно. Вот вторая для наполнения. Скруточка тоже связана с наполнением трех основных центров, с наполнением эмоций, интеллекта и тела новыми вибрациями, вот этой силы, осознанности, так, чтобы стать в свою силу, в свою сердцевину и больше не иметь полочек для этих идиотских программ, которые подхватились. Это травки для этого. Тут у нас два вида роз, лаванда, флокс, ромашка, мальва, два вида, белый и розовый клевера, четырехлистник, один клевер, бессмертник, мыльнянка, скабиоза. Что-то, как всегда, могла бы и забыть. Так, это все нам на красоту, на самоценность, на женственность, на то, чтобы быть цветочком и больше не подхватывать чужих программок, дестабилизирующих и выводящих из состояния совершенства.